Всех приветствую на моем канале Jevix. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Сегодня у меня на обзоре вот такие классные вакуумные наушнички. Это Bluetooth наушники Yeeson TVS T3. Прикольные наушники, прикольная коробка магнитная. Все как мне нравится. Вот таким вот образом они открываются. И на передней части мы уже видим, собственно, сами наушнички и кейс, который идет в комплекте. По сути, прикольно, потому что можно в магазин прийти, открыть, посмотреть, что как нравится. Нет. Также бывают черные, у меня сейчас белая версия, это прикольные наушники, хорошее в принципе звучание. Сами наушнички сенсорные, то есть получается есть возможность перелистывать песни тапом по наушнику, также принимать звонок или отключать звонок Bluetooth 5.0. Сейчас мы их откроем, посмотрим, как они работают, как подключаются, как они выглядят в конце концов. Ну и кому понравится, как всегда, в комментарии пишите, помогу с приобретением с небольшой скидочкой. Подписывайтесь, поехали. Итак, ребят, наушнички идут в вот такой коробочке, Yeeson TVS T3. Здесь у нас сразу изображение самих наушников и кейса. Ну, естественно, понятно, сразу написано у нас Touch Music. То есть, получается, что сенсорные сами наушнички можно тапами перелистывать. Вот таким вот прикольным образом они открываются. Здесь два наушничка отдельно лежат. Ну и, собственно, кейс. Здесь изображение, как они сюда вставляются и так далее. Давайте сразу их откроем. Открываются они очень просто. Открываем коробочку, собственно, и здесь мы получаем, собственно, сам кейс. Он, кстати, очень прикольный, маленький и прикольный на ощупь. Здесь надпись Yeeson, то есть компания этих наушников. Открывается очень просто. И, кстати, он магнитный. Магнитная крышечка, прикольно, мне нравится. Оп, и он сам закрывается. Это реально прикольно. Дальше берем наушнички. На каждом из наушников у нас есть L и R. То есть по значению, что это левый, это правый наушник. Вот таким вот образом они выглядят. Вставляем их в кейс. Они тоже магнитные. Просто сами вот таким вот образом вскакивают. И все. То есть дальше они уже там в кейсе заряжаются. Открывается очень просто. И прикол в том, что они намагничены. Они не будут с кейса выпадать. Это очень хорошо. Дальше закрыли кейс. И смотрим, здесь у нас в кейсе 500 мАч, то есть в принципе как в среднем это есть в таких наушниках, но хватит где-то раза на 3 зарядить наушники, естественно плюс-минус как их использовать и в каких погодных условиях, если холодно зимой, то естественно они будут садиться быстрее. Дальше, давайте дальше по комплектику пройдемся. Смотрите, кстати, прикольно, здесь черная коробочка, вот я люблю такие маленькие минималистичные штуки, но в то же время полезные. Вот кабель не просто кинут в коробочку, а он лежит вот такой вот маленькой еще одной коробочкой с логотипом, что это здесь вот зарядной кабель, ребят. Вот, открываем эту коробочку и смотрим. О, здесь не только кабель. Смотрите, во-первых, вы получаете в комплекте инструкции по эксплуатации этими наушниками. Yeeson TVS T3, видно, что это инструкция. Дальше в коробочке получаете, собственно, кабель. Они заряжаются, ребят, от Type-C, кстати. Это не Lightning, не microUSB, а Type-C. Это, ну, в принципе, мне как-то без разницы, честно, от чего они заряжаются. И в комплекте идут несколько амбушюров. То есть, получается, если быть точнее, 6 амбушюров. Получается, маленькие, средние и побольше. Кому как удобно, по сути, можете поменять. Ну, естественно, еще плюс вот эти уже одни из надеты. Это очень прикольно, подключаются не очень просто. Смотрите, сами наушнички вот здесь имеют сенсор. То есть, получается, они сенсорные. Дальше мы, чтобы подключить наши наушнички, у нас просто мы включаем на нашем устройстве Bluetooth, достаем наушнички с кейса, и все, они сконнектились с нашим устройством. Дальше, ну, там Bluetooth найдет у нас единоразово TVS T3. Нажимаем подключить, и все, они подключились. Дальше, после использования, ложим их обратно в кейс. И в следующий раз, когда вы будете уже их подключать, вам не нужно искать в Bluetooth, там TVS T3, вы просто включили Bluetooth, достали наушники с кейса, они сами сконнектятся. По звучанию, по камере, естественно, это все дело не передам. В принципе, звук нормальный, хороший. Но я бы добавил немножко низких частот. То есть вот звучание в принципе нормальное. Они звучат качественно. То есть звук чистый, нормально. Никакого шороха левого нету. Но низких частот все-таки я бы немножко добавил. Заряжаются Type-C по... Ну, в общем, вот такие наушники. Вот я вообще сторонник вот таких вот AirPods. То есть мне вакуумные, не знаю почему, но вот вакуумные не нравятся. Но, возможно, кому-то нравятся и...
Это уже личное мнение. Вот таким образом выглядит. Ребят, смотрите, кому понравилось, пишите в комментариях. С удовольствием помогу вам с приобретением данных наушников. В общем, пишите, оценивайте ролики. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.